Die Glocke, wenn sie irgendwo waren, aber okay, dann hast du sie nur mehr in Los Angeles mal, jetzt braucht die Jacquets die ganze Zeit, ich glaube, in der Politik soll ich Jana Chen. Jetzt ist es nur ab damit. Здравствуйте. Мы кичем русы, мы кичем хайле. Супер здоровый кец. Но где кичем? Ишка шат лав хоса, свор автен кирдена, банила еба. Лабор мазер чика чем тарас. Ано шат кичаса, цавали шат пэ. Где кичем? Если в Горзов егелем, Америка. Мурада им гирнер, якорный жаманагис. Спис, ты сам Мурад, ничего не звану в Америка. Ану горчика егелис Америка. Я гидем, шат лав кервос кирай. Гидек ни чес горзов и гелем стек, вори дев, ес има, спец горзов и спаво, значит, хайли на сем, аргмета хайастани, аз гаин хамакумар, ка, ес тра, ес нахагай, има. Мек Парижу, азар, эльгу азар таст мек тирни, кару цецин, ама ашхари, спец, дазмакир путюн, Русские называют национальный конгресс западных армян. Третий съезд, Ерур Тамагумара. Мир офиса на Парижу, Елисейский поля, дом 34. Спис, фоус, там это хорошо, фоус. Мы с Багуми, где спис, Банирка, у нас требования политика, политические, территориальные требования в Турции. Мен че кажам, Турция геноцид арат, геноцид борот, гиде амбош ашар гиде, бор турка, полтора миллиона, ме миллиона кис, хай жоур, чабанерес, ес транс, я потомок бывший граждан Османской Турции, им Гирдастана, Ван, Муш, Арсици. Ес сам ведем, Совета Кармиютином, Владикавказом, Исаин Осетия, Кавказом, сам ведем. Ес кинацумен, Банар, Амбош, Кянкович. Майс мэк спец банкару цецин, ես ես գործով եմ եկել, հեսով մենք հանդիպեցին ձեր բանի Սատվազանի հետ, Վլադիմիրը, բրեն, Սատվազանի հետ, մենք քանի ժամ մենք շատ լավ խոսացին, և վարը ի մենք անպատճառ պետք հանդիպեն մեր դաշնակների հետ, ուրիշ մարդիկ անցի Եվ շատ լավ ավտերիտ երբ ունեք, եթե ես մեկ կտոր եմ կամի անգամ հրոսերը խոսամ, ներողություն, ասպես մարը, իմ կյանքը սպես անցել է, ամբոշ կյանքը պանակում, ես ծրվել եմ և պրացել եմ 18 տարիկա, училище, это верчатель цеха, командир танкового взвода, командир танковой роты, там танковый батальон, начальник штаба батальона, командир танкового полка, командир дивизии Венгрии, южной группы войск. Спецчат Баны Рамсав, Ересунина Тареган, эстаса генерал-майор, Ересунин Тваган, в Мунгарею, есть артен дивизия, есть таста чон саза жоурде, 320 տանք է, 500 արտիլերի հրատանոր և 34 գրտալյոտ, սպես բան է, սիշատ մեզ ուջեղ բան է, ես ունգարյում, սպես ես ձիվիճայի բան է, ես 39 թվականին արդեր ուրդեին սպես բան։ Եվ ընդեղից ուղագեցին ակադեմի գիներալնավ շտաբա, եսի կարող են պաշտորության նախարար լինի են, սպես մեր ստեղ էլի։ Եվերսյացրեցի և ընդերից բարգեցին Ավգանիստան։ Ավգանիստան գրիվ է 80 թվին, և ընդեղ պետք է ծարայալ 2 տարի, բայց ես 3 տարի չենք թողնում ինձ, 3 տարի գլխավոր շտաբի պետն է, իսկ ամենա գլխավոր Մոսկ արմի, 120 հազարոնոս զորկ, և ընդեղ ամպես կրիվեր գնում, շատ ամպիտան կրիվեր, բայց կրիվեր գնում, և ես կրիվեր անդեղ մեր կանի հավոր կրիվեր կրիվեր անձա, բայց այն կրիվեր եմ որ ես էր անձնում, բայիվույ ապերացի, բայիվույ
мои операции, приказы министра обороны изучают все офицеры Советского Союза и СНГ. Сейчас в военных академиях Российской Федерации. То есть именно города Ахвазе, я говорю, Воронич-Оляс-Конструмент, Амбош, бывший Советокан, СНГ, Ассоминчес, Сотрудничество Независимых Государств, Евросостание Спанеры, Евхай, Ора Соворуми, Хай Спанеры, Галисин Соворы, Андрех Соворуми, им Амскасрас, из Сарери Меч, из Амбош, Крива, Електарва Меч, Горора, има Усугасирми. Вот поэтому мы очень сильно. Из шат глав мец шикан шагунем, бойцы с карвелем чин астане дем, вазын чорсты вагани, чине узумин хлел, муранит ничев, ничев Дальний Востока, эс русакан гогеля, и мы хотя шат зор гнацин, гесин тех ульттари, тех мазерес паха, вот там я и лысый стал, ульттари Забайкале, Забайкальский военный округ. Если где-то еще, а сейчас как тюремный край, забудь вернуться обратно, завод, Забайкальский военный округ. Если сейчас без Зашвартеве, уто тарин без Сараевцик, а сейчас Анскам им ярко. И в Инесун Еркутвин, если артен Афганистане Тихофхохва Москва, и не Аргентин, а мы на генерал, это Ганхавор штаби, Ганхавор штаби, а врачи Тихокальный, и полор самакаин Зорка им я руководил сухопутными войсками. Самакаин Зорка. Миллион уке Зорк, Гельгор Тасновец дивизия. Если эстарос Багумей, советка медиа, он татари. Шат без Банерка, мобилизационный, боевая, мобилизационная готовность, отвечал за все, за планирование техники, вооружения, заказ военного промышленного комплекса от пистолета до танка, производство и обеспечение. Менкаруцетик Сирии, вооруженные силы Сирии, Ирака, значит, Куба, и я еще занимался Афганистаном, армию создавали мы. Порой Зоркер, Менкаруцетик, спецбароны с Багум, спецбутатари, и в Артен, и в Ухагенции на стеях есть Уттари Стеханцев, есть Ересун, Инесун, Еркутовин, Инсканчес, Пашпанычан, Нахарара, Русастани, Грачев, список Грачев, министр обороны. А Грачев был моим подчиненным в Афганистане. Особенно где Кинчлех Петросяна, Зангаруме, Нахагаин, Ельцин, спецкар, Ельцин, Гидекче, президент был. Особенно Стехка Таснут, Хай генерал, Байсмен Кузумен, вор генерал Терри Горянис, Артем уволит и прислать нам в Армению. А если бы Артем Легин, дали бы я, слушай, я должен 5 лет, но я говорю, а что такое? А вот там Азербайджан развернул армию и начинает наступать на Карабах. Ну, мы знали, но там у нас тайна была в Советском Союзе, значит, плохо не освещали там и так далее. Всем, давай увольняйте. Бойца суми гидит пару телегоренц. То Ересун Ерептогусов, генералы, пенсия у вас не будет. Плохо будет генеральская делать. Чандам там не будет, надо ехать в народ спасать. Если гнаться Тошаки, я гнаться Хайостан, Инстер Петросяна, Васкин Саркисяна, Хандрецин воюет банак каруцем, вороведе мед банак чунек, артен советокан мюйтяна Белвав, Азербайджана зорка хаваки, все нас Карабах и Дема, артен Шаумянский район, артен Смарчка, воруин в Аргентин, воруин в Рендецин, скрецин без узумен персонель Карабаха, Сангезура, ев Нахшибанис, вади Харзаквин, Еремани. Если шат, артен Армянин Хайастана, где Курвар, ничего не армянин Хайастана. Это получается, был бы геноцид армянского народа в восточной уже части. Это задача Турции, а Азербайджан это второе турецкое государство. И поэтому эта агрессия, она имела этот замысел действия этого врага нашего, вечного турецкого врага. И поэтому я согласился уволиться. Приехал туда, попросил 15 суток
15 gol, որ ես սովորեմ նաև ինչ կրիվ է գնում, ֆետայինը ինչով են զբաղվում, ինչ են անում, կրակին որներ է կրիվ է գնում, բոլոր 15 գոլ մնացի և գիշերները գրում էի նանահուշնը աստովի կոնցեպցիա, ասպես չէ ինչ պետի կարություն, պետի նանահուշնը աստովի, возможности по тыловому обеспечению, все на научной основе, возможности по мобилизационному развертыванию, по наличию призывных контингентов, мобилизационных контингентов, народ и так далее. Рельеф местности, горный театр войны, какая тактика, какое искусство применять, сколько, где, в каком месте, какой взвода иметь, его состав этих взводов, роты, батальона, дивизии, полки. То есть, спец тасным городом из Греции, Ասեցի, դեր Պետրոսյան ասում է, ես ուզում եմ, որ դու պաշտպանության նախարար լինի, ես կարինք չկա նախարար էլ, ես է նախարար եղնիմ, բտի գնամ պրեմիեր-մինիստրու Սավիշանի և դուդասուկա, ես եկերեմ բանակ կարություն էլ, ինչ կարինք կարինքար Поэтому я был назначен на должность командующей вооруженными силами Армении. И он мне кажется, помнится, башпорнитян нахаровитюн Руссастани, а с ним Павел Сергеевич Грачев, сажайте авиацию сюда, и в эскадрилье авиации посадили сюда, и мы им дых кандидаты. Руссакан, эскадрилье авиации. Եդո ընդեղ հանուկսայոտ համար դիվիժա լինականում կար, ասուտեղ ես դիվիժան, ես դիվիժան, ես դիվիժան, թող չէ, դիկ չգնա, ես չեմ թուլ տալից, թող մնաս դեղ, որև է դեր Վրաստանը ամպիտան մեր հետ է, ամպիտան Եվ ես դիվիժան 127 համար դիվիժան պտի մնա, ես կարուսեմ նրած բազա։ Դեր Պետրոսյան ասում է, թող գրա, ես ասում չէ, մենք իմա նատոյի մետ չենք, Վարշավսկի դագվոր գլ, ստա մետ չենք, Սովետական միությունը չկա, մեր կո Это воинский контингент, тесор хазары. И пусть Анкаро Эгни, Халур Хазар, эспес базаи. Это вот Дед Петра Саныч, асумен, дэла, тохмэр, ничего не разумеет, эспес, ничь бы дэль. Если эс база тохмана, элека друз кайни, турки мерден чика. Мер тегунка, стих артак байби. Если мне ампачар, бэдэ версене, эн галхавор висоти, Гайлинич висоти, галхавор манер висоти Нахчевана, Նոյեմբերյանը Հարաբախում այսպես պարտիզանի պես դարձար կրվում են, իմենք բանակ կարուսենք և գնանք հարաշ և կազատենք մեր Հարաբախը։ Եվ որ թշտամի չկարողա գալ Երևանին ազանգեզուր մեզ նիտակ գալի։ Վեր Պետրոսյանը բազգեն Ես գիտեք մենք 7 ամսամեջ մենք կարոցեցինք 85 հազարոց բանակ և ինչ համար Ավգանիստանի մասում են պատմում, որև հետև սախ օրենքները, եսի սարերի մեջն է, սրա օրենքները մենք վերցրեցի իստ իրեք տարվա ինչ-որ ես ունեի օպիտ, ես բոլոր ընդեղ պանեց և մենք 7 ամսամեջ ընպես պատրաստեցինք մեր զորգը, մեզ մեր հայ տղեք, տղամատղեքը շատ ուշեք ասպես տղայ տղեք են էլի իմա, շատ լավ հայ տղեք են, դիսցիպլինը, բրետարս, պատրիատիսմ, մարալներ ստոյկաստ, եվ մենք ընպես երեցինք, որ մեգրի սկսած մինչև Սևանը ռազգրվուր Добровольцы были из Армении, изо всех. И воспес вот такой технологии мы начали войну против азербайджанской армии. И это Инусун Ельбутовицка с вас, Фогустасис, и Инусун Чорстовин, мы эган эн диркер, вот эти мы артен кайнан. И мы джартен синг, эс тэшнамун, туркин,
ես Ադրբեջանի զորքերը շատ ուժեղ ունեցան Թուրքի, Թուրքի, ну, սովետիկի բույրի турецкі. Дайо, սովետիկի турецкі. Եվ իշտրանանի не смогли нас победить. Мы их разбили, եվ Ադրբեջան и Թուրքի поняли, что когда армяне вооружены и все вместе, единый кулак, очень дружный, тогда армяне очень сильные. И мы это доказали, и мы управляли этой войной, и разбили противника, вышли на эти рубежи, где сейчас стоят. Бац, где кинч, ванехал, Тер Петросяна, Уаргес, Алиев, кажется, президент Ивне. А с меня верчатый, сам начал подлец, а сам просил уже закончить. И просьба закончить, давайте перемирие организуем. Ну, Аргенс перемирие, другие люди начали подписывать. И говорили, назад, Лимон Акопович, вы что подписали? Как вам не стыдно, что вы подписали? А Горецин закончит стрель, это, значит, огонь, прекратит огонь. То спецбанчика или нет? Если это одно и то же, если Гитлера мы выгнали, да, Советский Союз, на грани скалы, ну, господин Гитлер, теперь до свидания, давай прекратим огонь. Противника надо преследовать, уничтожать в логове его. А мы остановились, он подписал, мы победили, он подписал документ о прекращении огня. А надо было капитуляция границы и независимость Карабаха. Вот это, они вот это не подписали. А сейчас до сих пор они нарушают все время стрельба и стрельба. Поэтому у нас вот эта ошибка была, очень большая ошибка. Но сейчас идут переговоры. А я говорю, я выступаю, я говорю, зачем вы ведете переговоры с Алиевым? Ничего, Алиев, переговоры ведете. Алиев, ой, мы победили, зачем вы такие переговоры? А сразу верните нам там столько-то, 7 районов туда-сюда. Вы, Шаумянский район остался у вас. Равнины Мардакерты и Мартули остались у вас. Вот вы и заберите их, а то, что здесь в Карабахе от войны остались какие-то, пускай остаются здесь, и все прекращаем. Обмен опытом, обмен территориями, и все. Но надо, чтобы Пашинян, Серж Саркисян это говорили, они не говорят. Я говорю, что не говорит? Зачем вы ведете переговоры с Алиевым? Надо вести переговоры с Путиным, Россией, Русастаной. Почему? А потому что Карабах, Тверцин Азербайджанин, Улиси Хангин, Хасар Инхаук Сарветвин. 5 июля 1921 года Закавказское большевистское бюро РСФСР Российской Федерации коммунистеры, большевикнеры Хлецин Хаястан из Карабаха Евтебецин из Ергерот Ергерин Турки Ергерин Азербайджанин Хамер Карабаха А Тастовец Марти Тастовецин Ксаметвин Нахчевана Хлецин Хаястан из Тебецин или Московский договор Тебецин Азербайджанин Если Ксаметвин Ленина, Сталина, Спецбан Эрецин, Мэр Хаицин. Если Эндорис, я говорю, Артем, Мэр Миллион Лукес, Жартеси, Тештамин, Жартес, Мэр Хаерин, Ептес, Большевик Мэра, Спецбертесин, или Жартеси, Мэр Хаичин, Оверты, Мэр Хаистан. Я вас умем, не раз буди, има господин Пашинян, я тупый леки, лекима, скажите, я сейчас разобрался, зачем я веду переговоры? Давайте, господин Путин, отменяйте, вы правоприемник РСФСР и СССР. Отменяйте вот те документы. Гасказавчине мы говорили. Да, вы понимаете, это очень серьезное дело. А вот это надо вести перевод. Вот, например, сейчас вот Пашинян приезжает сюда, да? Пашинян приезжает сюда, вот кто-то из вас будет там выступать, скажет, зачем вы, господин Пашинян, ведете переговоры, ваш министр иностранных дел, я говорил с Серж Саркисяном,
մեջ դու փոշիմ կդա 4 տարի անցավ ես արդեն պետք է վերջացնեմ ես բանը ես գրեցի նամակ դեր պետրասյանին ասում եմ արդեն 4 տարի անցավ գրիվը վերջացա ինչ որ ես ինչ որ կարողացամ ես գրեցի ես пожалуйста прошу вас уволить меня из армянских вооруженных сил для возвращения на родину моя родина Россия я в Армении не жил не занимался ասում եմ Վազգենը կանչեց, ասում է Տեր Պետրոսյանի հետ, ասում է, ուր եք գնում, մի սատարի արեմ, պապիտիրի, աստավայտիս նա նմոյի դորսսի պրավիտիսվը, կվարտիրը մամ տադիմի, я говорю, не, мировой квартиру дайте, кто не имеет, я в Москве имею квартиру, вы ничь кари, я здесь не живу, я в спецпарации. Но, Егор Геннадзи из тех, он любит, ампачар, мед, хайчо, Тер Петросян и Вазген Сарксян, они тогда уже хотели разговор вести с Ельциным, тогда еще. И мы сделали так. Но, к сожалению, потом, а мне говорят, а кто будет министром? Я сам министр обороны, Вазген и госминистр. А мне все время хотел министр, я говорю, да не надо мне министр, зачем мне нужен этот министерский пост? Я занимаюсь. Уже главный штаб возглавлял, потому что я создал, когда создал целый год прошел, я написал рапорт, я говорю, Тер Петросян, в связи с созданием всей системы Министерства обороны, прошу должность командующего упразднить, в связи с, потому что создался главный штаб, орган управления, мост вооруженных сил. Я стал начальником штаба, первый зам Вазгена Саркисяна, ну, министра обороны. А потом, когда Вазген ушел госминистром над силовыми структурами. Я отказался опять министра. Вазген Манукян пришел. Вазген Манукян пришел, его назначили министром. Но он, никто, они не знают военное дело, но как контроль гражданский. Это Чедем Минчерал политический, Вазген Манукян перед Петросяном что-то не поссорились. Чедем Минчерал политический барыв. Есть через балкон политика. Он уехал во Францию. Сердце лечит. Ну, я стал министром обороны, потому что уже никого там не было. Значит, я бы согласился. Егор Артем Версяцев, меня вызывают в НАТО. Я должен выступить по гуманитарному праву войны здесь, в НАТО, в Брюсселе. И терпит раз у меня. Я говорю, сейчас вы идете, и после этого, я все, я говорю, я больше не буду. Я уже домой надо. Мне семья брошена уже, дети там, муж, жена. 4 года я их не вижу. Как война. В Афганистане 3 года воевал, не видел. Сейчас 4 года. Артем, ну совесть надо иметь, товарищи. Особенно по обделине министра. Особенно вот Сергей Саркисян. Как Сергей Саркисян? Я говорю, да, он более такой дисциплинированный, понимающий. Давай Сергей Саркисян. И в Грации, в Брюссель, едут у Ницца, вероятно, Сергей Саркисян, Артем, паспорт, на Хараре, если я разин, особенно Барон Тельгенов, Гидекич, мы там из нас, Сержин, введите в обстановку, на их инчка заводные баны, чтобы военно-промышленный комплекс создать. Как мы будем армию обеспечить? Я хорошо. Есть у там из на Сержин Арашите Гакала, стецик, ам горор горзаранеры чей наш хадум, стецик с горзаранеры ашхадел, автомат, стецик баненер артадрин автоматы, патроны начали автомат, гранатометы против танков. И Буазар гранатомет, завод Дзержинского, от меня получил команду. Это кабельный завод, десятки тысяч метров кабеля, потому что мы перешли в оборону, радиостанция на прикол, и надо будет обороны уже телефонную связь закопать по 8-10 сантиметров по всему Карабаху. А это надо десятки тысяч метров. Кабельный завод начал работать. Запустили завод по производству, шинный завод запустили, потому что у нас было около 3000 машин, и все уже, как моя голова, лысые уже резины, надо было новые покрышки, начали это выпускать. То есть мы запустили заводы, хотя я не промышленник и ничего, но мы так организовали. Запустили эти заводы, автоматы, гранатометы, аккумуляторы танковые начали выпускать. Ну и много-много такие, вот Мурат знает об этом. И потом уже, Артем, черт старян сам, если не работил, но уже все, или так мочились. И моя сгидеки, и по вера отца, и
Рузастане, пане Пашпарачана Хаудин, очень попросили меня возглавить ветеранскую организацию сухопутных войск Вооруженных сил России. И я стал председателем Совета ветеранов сухопутных войск Хазгармыши, да, Вооруженных сил России. Я очень часто меня приглашают в военную академию, я преподаю по боевым операциям на Горном театре военных действий. Это такие вот вещи есть. Я здесь показал как раз щит один висит, там военный портрет, я даже не знал, и там изучают все наши боевые операции. А вот такая у нас картина. Периодически бываю в районе, в Карабахе. После 16 года президент Карабаха и президент Серж Саркисян и министр обороны пригласили меня в Шуше. Я выступал в области боевой и мобилизационной готовности и сказал, выступил, сказал все недостатки, которые там были в 16 году. Мы потеряли сотни людей погибели и 800 гектаров земли из-за многих ошибок, которые нельзя было допускать. Сегодня у меня в Армении есть такой Андрей Кочарян, возглавляет комитет обороны в парламенте, которые по приказу Пашиняна создали комиссию, и мне звонят, Нарат Григорьевич, я, говорит, официально вас приглашаю принять участие вот в этой комиссии для определения, что произошло в 16 году. Звонит мне Жаманак, Аравот, потом один АЭР, Асумен Парадыров, здесь Артем Зангарилин, Асумен Восьмиватчи Зангарин, Байзу Зангарин Гукабду, и с Асумен Ельбы условия. Если эта комиссия предназначена для того, чтобы выявить каких-то генералов и офицеров, что они допустили ошибки, и чтобы их предать труд суду военного трибунала, я не приеду. Я политикой, судебными делами не занимаюсь. Но если эта комиссия предназначена для выявления недостатков и потом изучить эти, провести штабные учения по родам войск, по службам, а также военно-научные практические конференции в военных академиях, в военном училище, и обучить офицерский состав устранить не допустит, я тогда приеду. Ну давай, тогда Андроник мне звонит, говорит, дорогой, я вас официально приглашаю. Я хорошо. И то вдруг я вижу газеты, вы читали, значит, «Голос Армении», русскоязычная газета, там моя фотография, оригинал медалями. Я где-то из интернета взял, я выступал так строго, так они сняли. Вот. И написано, что Андроник Кочарян не может выполнить просьбу генерала Терригорянца, чтобы не представлять суду этих офицеров. Я говорю, ничего себе. И Минчинин, если Минчинин, что, как я поеду туда, мне ставят положение, что если что-то выявим, кто виноват, этого офицера посадят. Это война. Я думаю, нет, надо подождать. На следующий день, я смотрю, газеты появились, 5 генералов сняты с должностей уже. Тут Еремина едет. Я тогда пишу Андронику Кочаряну, я вам отвечаю, чтобы вы знали. Я говорю, господин Кочарян Джан, Сталин убрал руководителей офицеров во время, когда Гитлер напал, до нападения Гитлера на Советский Союз. Сталин всех командный состав убрал перед войной и нанес удар по вооруженным силам Советского Союза. Поэтому через 6 месяцев фашистская Германия была под Москвой. Теперь вы, Азербайджан, к войне готовится, вы радикально снимаете с должности 6 генералов, которые боевые генералы. Ну да, у них ошибки были. Ну разве так можно радикально кадровый вопрос решать? Я говорю, знаете что, я с вами не играю, стереобутюн. То есть у нас обстановка в этом вопросе вот такая. Скажу, что там очень сложная военно-политическая обстановка, очень сложная. Этот противник, они имеют задачу, еще пантуркизм, еще турецкий план, воссоединение с Азербайджаном.
Это надо, чтобы, значит, Турция, через Нахчеван, Азербайджан, и пошел в Туркмении, Муртмении, Смитбалет. И вот Армения, как кость в горле, находится у этих вот, в этой обстановке. Еще Грузия против нас действует, продался полностью Азербайджану, потому что там он проходит трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан через Грузию, и он получает миллионы. Хотя если Грузия откажется, Азербайджан может оказаться в очень сильной блокаде. Но грузины очень предательски действуют по отношению к армянскому государству. Да, это очень плохо. Значит, руководители наши не могут с ними, значит, поговорить. Но посмотрим, надо решительно с грузинами очень серьезно надо поговорить. Тем более, что грузины уже потеряли Абхазию, Южную Осетию, и армяне воевали, тоже защищали Южную Осетию и Абхазию. Потому что так, теперь грузины, азербайджанцы, турки договорились, и дорогу, которая шла Карс, Ереван, Тбилиси, закрыли и построили дорогу, железнодорогу, значит, Карс, значит, Казах, вокруг Армении, Кировоград, на Дербентское направление. Это значит, турки могут по этой дороге несколько дивизий эшелоном сюда направлять и оказывать содействие Азербайджана в войне. Это очень опасная обстановка, тем более, что Израиль сейчас круглые сутки находится в Азербайджане и поднимает все мобилизационные аэродромы для посадки американских самолетов. Потому что Америка во главе с вашим президентом объявил санкцию Ирану, потому что Иран в Сирии воюет против Израиля, и Сирия, Турция, они все друг против друга, да? А поэтому там такая обстановка опасная, здесь карабахская обстановка, иранская обстановка, Израиль, Америка, Россия, Грузия, Шат Дежвар Шабана Гейма. Бедмет Хаястана, Шат уже подъявлены, Шат Лавзенку подъявлена, Инкнатир, Борбамбди, особенно беспилотники, особенно беспилотники. Если меня отделивают в лица, если все, где какое-то там интервью играл, особенно, если будет война, мы в первую очередь будем уничтожать энергетику Азербайджана. Без пестицидов. Я обычный. Я говорю, война предназначена для этого, чтобы для защиты надо закрыть полностью энергетику, чтобы вы доллары не получали и технику не покупали. Поэтому мы будем уничтожать. Вот сейчас Саудовская Аравия, и Йемен 18 беспилотников использовал и разрушил Саудовской Аравии нефтяные проводы. Вы считали, да? Потому что беспилотники, вот сейчас иметь такие хорошие беспилотники, как американцы имеют беспилотники хорошие, Армения должна иметь оружие возмездия и оружие сдерживания. Идекич, ну это, конечно, атомное оружие, но атомного оружия у нас нету. Хотя армяне очень умные, играли роль в создании атомной бомбы, но у себя ничего нет. Армяне все делают за рубежом для других государств, а для своей Армении не делают ничего. Вот мы то все смогли, то и сделали. Поэтому обстановка там очень сложная. Сейчас Артем Хаджадор Караволитюни дал. Ну, Караволитюни сейчас изучают, входят в обстановку. Но Пашиняну надо помогать, потому что он хорошее направление взял, чтобы было все справедливо, честно, чтобы надо экономику поднимать. Я недавно был, я в заключение скажу, меня пригласил секретарь Совета Безопасности Армен Григорян. Я приезжал, значит, в Армению, и ему он попросил, чтобы я рассказал о безопасности страны всесторонне. Я сделал схемку и закончил, он говорит, пора дергерик, жанк саурубеси шарлов, пора дегчин, если зайкуцем пашинянин, если ну, еще пройдет время, он изучит, и вас, если пригласит, вы приедете. Я говорю, если пригласит, приедет, почему нет? Возьмите все.
Բայց 20 օր անց меня пригласил президент Армен Саркисян. Мы с ним вели очень серьёзный разговор, и я им представил очень много интересных моментов для организации производства различных средств экономики, хотя я не экономист, ничего, но ко мне обратились очень много армяне, деловые люди, что вы его с президентами связаны, мы готовы прийти бесплатно, организовать производство, организовать рабочие места. Я это дал на двух листах 12 капитальных предложений президенту Армении, но пока молчат. Наша совесть чиста, как говорится, сказал. То есть спец Джамалага спецы. Мирхаида Сарватин Абош Ашхалимеч, и все по-своему живут. Американские армяне по-своему, русские, российские армяне по-своему живут, французские по-своему. Нет единства, единой кулака нету. Это у нас очень плохо. Вот это то, что я сейчас вот возглавляю, мы задача, чтобы мы соединились, чтобы было у нас очень организовано, едино, чтобы это... Эта организация такая мощная, чтобы была, чтобы мы могли помочь. Если надо тысячи человек, молодых ребят послать, помогать Армении, там, в армии и так далее, послужить, потом меня надо организовать, надо мобилизовать, надо подготовить. Если надо собрать деньги и оказать помощь в покупке современных средств вооруженной борьбы, значит так, нет организации, нет... Разобщенность, неорганизованность, она очень плохо действует для армянского народа. Ну вот, надо работать, надо что-то делать, потому что мы еще города, знаете, плачем, когда заходишь в церковь, и армяне молятся и просят Бога, чтобы войны не было, чтобы жизнь была, чтобы работа была. И аж плачевно очень сильно. Поэтому мы должны так дружны быть, так организованы должны быть, так уважать друг друга, чтобы не просто критиковать можно всех, конечно, мы попробуем организовать, понимаете? Поэтому эта война показала, что когда мы едины, мы организованы, мы управляемы, мы можем делать все. Тем более, что среди нас, армян, очень много разумных личностей, которые везде участвовали, и в атомной бомбе, и в ракетостроении, и в самолетостроении. Член Полор и Сургар, что есть вооруженные, везде армяне играли огромную роль. Вот недавно у нас в России имеется Союз армян России, Абрамян возглавляет, да, очень хорошая организация, но есть еще Арарат, другая организация, которая не входит туда. Вот мы проводили, и я там почетный член организации, меня избрали, и мы проводили мероприятие, 110-я годовщина со дня рождения Кочаряна, Сурен Гургенец Кочарян. Генерал-полковник Кочарян, лауреат Ленинской премии, лауреат Сталинской премии, дважды лауреат Сталинской премии, трижды герой социалистического труда, генерал-полковник, создатель атомной бомбы, армянин Кочарян. Вот мы проводили мероприятие, и из Арзамас-16 есть такой на Урале, где на карте нету секретный веток, оттуда генералов пригласили все, и вот в Доме национальностей в Москве мы провели такой вечер, воспоминания, и там очень много таких вот выступлений было. Этот Кочарян, там бомбы, там другие создавали зарядами, но бомбу всю, его устройство, его взрыв и так далее, это все Кочарян придумал. Хай! А я становчика, бомбанчика. Меня Оганесян Гая, посольство позвали, который таблицу Менделеева недавно новый элемент нашел. Вот он пришел вот так вот встречу. Я говорю, Фароров Александр, Гидекич, вот вы создали элемент для Менделеевской таблицы. Тут король как Хаястан, мы баном без создателей, вот как лав сейку не надо. А что я так не могу? Говорит, я почему не можешь? Почему не можешь? Ну, давай иди, иди. Вот мы должны, каждый, кто что может, каждый каким-то образом может, головой, словом, делом, организованностью, преданностью, оказать помощь и Пашиняну, армянскому народу, чтобы, потому что, знаете, надо, чтобы Армения все-таки встала на ноги, потому что, ну, не знаю, везет Армении или не везет армянам,
руководители должны прийти, и такие руководители, которые думали бы не о себе, а о народ, о безопасности государства, о армянском народе, и создать такие условия, чтобы армяне возвращались на родину. Я благодарю за ваше внимание. Нейроутюр Байсейскан, Владимир Часов. Спасибо.